Буквально только что Следственный комитет обнародовал кадры с места массового убийства в Хакасии. В селе Джирим зарезали 5 человек, в том числе малолетнюю девочку. Подозреваемого в этом зверском преступлении уже задержали. Им оказался 35-летний житель Ширинского района. Ранее он уже был судим за убийство и совсем недавно освободился. Известно, что мужчина ворвался в дом и зарезал хозяйку, ее супруга, сына, внучку и деверя. Почему он это сделал, не сообщается. Также неизвестно, были ли раньше знакомы погибшие и подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по факту убийства 2 и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. В настоящее время выполняется ряд неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.